Каждый год Новоуральский институт НИАУ-МИФИ отправляет большое плавание своих выпускников, дипломированных специалистов по нужным для ядерной отрасли нашей страны специальностям. В этом году институт окончили 69 студентов, колледж при институте – 115 человек. Из этих ребят более двух десятков получили на торжестве по случаю окончания учебного заведения дипломы с отличием. Ребятам, конечно же, хочу пожелать дальнейших успехов в их жизни, в профессиональной карьере. Конечно, продолжать свое развитие, образование, не останавливаться на достигнутом. Но и, конечно, мы со своей стороны готовы помочь. Есть дальнейшие траектории для выпускников колледжа. Прекрасная возможность продолжить обучение в институте. А для выпускников института можно поступить в магистратуру в наш головной МИФИ в Москве или в другие университеты. Выпускники получили московские дипломы, такие же, как получают студенты московского вуза НИАУ-МИФИ. С напутственными словами к ребятам обратился глава округа Александр Баранов. Желаю всем, безусловно, счастья, здоровья. Выпускникам еще раз желаю хорошей работы, чтобы все у вас было хорошо. И я уверен, что у нас все получится. Спасибо вам, с праздником! Кстати, наш Новоуральский вуз принимает на учебу ребят из других городов. К примеру, двойняшки Мария и Ирина из Невьянска. В НТИ и НИАУ-МИФИ их привлекли не только востребованные специальности и престиж обучения, но и доступность института, ведь он находится недалеко от дома. Ну, выбрали мы, потому что не хотели ехать в большой город. Этот город нам показался, во-первых, близко от дома, и, во-вторых, главное, то, что тут был институт, это недалеко от дома. Ну и плюс направление, то, что менеджмент бесплатное, были бюджетные места, и мы вот таким образом сюда попали и проучились 4 года. Вуз очень замечательный, веселый коллектив, хорошая группа, хорошие преподаватели. Все очень замечательно было, весело учиться и очень интересно. В этом году в Новоуральском вузе реализован уникальный проект. Совместно с НПО «Центротех» внедрена система дуального обучения студентов. Первые 14 лучших студентов учились в формате «один день на предприятии, 4 дня в институте». Такая система позволяет подготовить кадры для предприятия, понять, какие компетенции самые востребованы, и подготовить специалистов по самым нужным специальностям. Пока в приоритете магистратура все-таки. Надеюсь, что удастся поступить в НИАУ-МИФИ. Вот. Ну а потом у меня уже готово рабочее место, я уже почти трудоустроен. В последнее время научно-производственные организации, как Центротех, вот, они очень заинтересовались нашими студентами. О чем говорит дуальная система, которая появилась как раз вот весной. У нас вот второй курс, третий курс, который сейчас здесь тоже есть. И я в том числе одновременно и учится, и я бы не сказал, что работают, проходят практику производственную. Эти годы были очень напряженные. Ну, с ним все получилось. Я закончила наш институт на красный диплом. В дальнейшем, думаю, меня тоже ждет успех. Грустно вот сейчас? Да, конечно, грустно. Все-таки 4 года. В прошлом году старейший Новоуральский вуз отметил свое 65-летие. Остается пожелать выпускникам интересной работы, продолжения учебы и не забывать своих педагогов, тех, кто вложил в них знания, умения и раскрыл таланты.